Рейтинг самых прибыльных отраслей составили в Казахстане чиновники. Большие деньги в экономику принесли добывающая, а также обрабатывающая промышленность, строительство и транспорт. Растут показатели и в сельском хозяйстве, и торговле. Позитивные данные сегодня озвучил министр национальной экономики Тимур Сулейменов. В прошлом году, по его словам, несмотря на серьезные внешние вызовы, в страну привлекли почти 14,5 миллиардов долларов. Одним из главных условий поддержания экономического роста является сохранение и повышение инвестиционной активности. Инвестиции в основной капитал по итогам 5 месяцев выросли на 5,2%. Отрадно, что существенный рост показывает сельское хозяйство.